Всем привет! Мегасарай Open открывается. И у нас сегодня два претендента. Это Андрей Разборов и Василий Чаров. Один занимал четвертое сейное место по России, а второй Надежда Кубани. Мы сегодня встретились в Турции, чтобы прокомментировать их матч. С вами я, Олег Красильниченко, и Павел Горячев. Судит матч у нас прославленный воспитанник, кажется, TikTok. Орловского ТикТока, да, и орловского тенниса Андрей Никитин. Вот это отличный розыгрыш. Здорово, здорово. Временами наш судья переходит на футбольную терминологию, но думаю, что мы за это простим его. Василий по привычке смещается ближе к правому флангу. Хороший длительный розыгрыш. Ай, здорово. Это просто волшебство какое-то от Василия Чарова. Теннис же игра аристократов. Тут собрались как раз два аристократа. Омский и краснодарский. Да. Сейчас кого-то погоняют. Здорово, здорово. Хорош у сетки Василий Чаров. Паша, ты за кого болеешь? Как настоящий комментатор я должен быть беспристрастным. Или ты уже все-таки поставил на кого-то в Воронеж Бет 365? И кажется, интрига в нашем матче разгорается. Видимо, ребята не хотят на обед идти быстро. Кстати, мне кажется, судья немного заинтересован в победе Андрея Разборова. Как его сосед по комнате, да. Подозреваю, что это так. Возможно, нужно было искать другого кандидата на эту должность. Воспитанник солнечных омских кортов Андрей Разборов. Мощная подача. Здорово, просто здорово. Безжалостен, как в поединке с Чертанова Василий Чаров. Какая подрезанная подача, но успевает Андрей. Видимо, Василий решил загонять Андрея. Мужественно играют футболисты «Факела». Никаких вам... Наносят свои удары молча. И это может быть решающий розыгрыш в нашем матче.